Собираются 40-50 человек спортиков и едут на какой-то объект. Залетели, все быстро сделали, но кто-то там дергаться начал, но хуйня, там все попадали. За 10 тысяч рублей они человеку испортили полностью здоровье и сделали его инвалидом. Ну понятно, чтобы это было выглядело, короче, как будто моча, и просто поймать типа, короче, и плеснуть в него это. Типа, когда поливали, но видно было, он весь на колках был, походу, при понятиях, вот его, походу, и надо было приколоть. Мне приходилось встречаться с различными персонажами и расчленить со всякими. Операторы на меня разозлились, короче, и сказали, что я должен сделать теперь две темы, еще нахуй. Я думаю, что многие из вас хотя бы раз в интернете видели видео, где якобы так называемые спортики ломали людей. Простите, пожалуйста, ПЗХ, я больше не буду так делать. Что-то не будешь больше? Отработаю. Буду пиздить работать. Будешь? Нет, не буду пиздить. А если будешь пиздить? Не буду пиздить. В интернете много видео на эту тему, но это все полная чушь. Я лично знаю спортиков, которые за деньги готовы избить, наехать, поехать на разборку, поджечь тачку и тому подобные вещи. Это эксклюзивный реальный репортаж с реальными спортиками. Все, что вы видели до этого на всех других каналах, это вообще полная боевотня. Сегодня мы узнаем, сколько зарабатывают спортики, как они выглядят, на что они способны. Самое безумное задание, которое выполняли реальные спортики, только на нашем канале, только в этом интервью. Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео до самого конца. 1 июля состоится бой Александра Шейменко против Магомеда Исмаилова. И я думаю, что на это событие стоит поставить нам с вами. Я буду ставить 5000 рублей на победу Александра Шейменко, заберу десятку. Это наш боец, и я верю в его победу. Я думаю, что это будет с вероятностью 99,9%. Сможете делать то же самое со мной, ссылка закреплена в комментарии. При регистрации вы получите сверху еще крутой бонус на свой первый депозит. И также получите небольшие подарочки от меня, поэтому let's go. Ссылочка в закрепе, регистрируйтесь, ставьте на Саню Шейменко и побеждайте. Работу я нашел через известный сайт. Нашел объявление, где нужно устранять конкурентов. Или, например, там кому-нибудь поднасолить за деньги. И предлагали хорошие бабки за это. Конечно, меня это повело. Попробовал раз, вот была первая тема. Когда первый заказ был у нас, короче, магазин шуб в другом городе был. Надо было просто залететь туда и залить зеленкой. Вообще изначально это все выглядело как какой-то прикол. Написали мне, что нужны просто мои паспортные данные, и тогда мне отправят аванс от договоренной суммы 50 тысяч. Но я не поверил, но свои паспортные данные мне было дать не жалко, потому что, так как я отбывал раньше, и на меня кредиты не взять, ничего такого я не боялся. И дал паспортные данные, прилетела сразу пятерка, это меня удивило. И оператор мне скинул билеты в электронном виде. Сказал, что со своим напарником я встречусь в аэропорту по прилету там, что мы будем лететь в одном самолете, но он скажет мне, кто это, только когда мы выйдем уже, мы друг друга знать не будем. Билет был туда и обратно, думал, ну хуй с ним, если лажет, так вернусь сразу. Полетел, и в натуре там на телеграм мне скинул оператор человека данные, мы состыковались. Доехали до аптеки, доехали до магазина, взяли распылитель. Нашли магазин по адресу, выпалили, постояли, посмотрели, выпалили, чтобы было поменьше народа. Залетели, все быстро сделали, но кто-то там дергаться начал, ну хуйня, там все попадали, ну, как смогли, так съебали, чё. И все, и улетели назад, и четко, короче, все сработало, и вот мне понравилась эта тема, и я начал работать с этим оператором, и начало прилетать вообще много всяких разных тем, вроде не тяжелых и таких прикольных, то ли там кому-нибудь что-нибудь насолить, там разбить машину там битой, еще что-нибудь, короче, ну я так понимаю, просто кто-то срал каким-то своим конкурентам или не знаю, что-то в этом роде, потому что видно было, что лотки, которые мы ебашили постоянно, они, короче, были такие, ну... Походу, кто-то там конкурентов убирал, там постоянно хозяины менялись, еще что-то. С самого детства я занимался единоборствами, постоянно дрался. По приезду в Питер я познакомился с таким движением, которое сейчас принято называть спортики. С этого момента у меня понеслись красочные события в моей жизни. Первая серьезная тема, которую я услышал с первых уст от человека, который принимал в серьезной теме движения, это отжатие бизнеса по форелевому хозяйству.
Что? Ты слышишь, я тебя не трогаю. И что? Тихо. Камеру убери, ты говорю. Что за прикол? Зачем ты меня трогаешь? То есть есть человек, какой-то коммерсант. Он нелегальным путем добился каких-то там определенных стартапов, да, для того, чтобы открыть это форелевое хозяйство. Человек, который копал под него, то есть под этого коммерсанта, он знал за него, то есть в основном, если ты занимаешься вот подобной деятельностью, то ты сначала собираешь информацию на человека или на организацию, а потом уже, используя множество факторов и информации, которые у тебя получены, ты захватываешь производство, ну, под свои интересы. Человек не уплачивал налоги, и, соответственно, ну, его бизнес был построен в темную. То есть, даже если бы он начал бы заявлять в полицию, то, ну, было бы тяжело что-то инкриминировать людям, которые, в принципе, отбирали этот бизнес. Есть силовые захваты, то есть это когда собираются 40-50 человек спортиков и едут на какой-то объект, к примеру. Ну, в основном, либо это какая-то фабрика, либо это завод, либо это офис. Заходят туда люди и полностью блокируют, ну, либо производственный процесс, либо работу. То есть своим появлением, незаконным, да, в каких-то случаях, зачастую два организатора бизнеса начинают между собой делить, ну, свой проект. Один говорит, что мне там больше должно процентов капать, там другой там обманывает там через бухгалтерию, например, через своих бухгалтеров. И начинается конфликт, начинается война, и рушится дружба. Силовую структуру начинают подключать, это именно спортики. Они приезжают, блокируют процесс рабочий, ну а в случае оказания сопротивления они действуют по инструкциям. То есть они, понятно, что кем-то нанимаются, прежде чем туда ехать, и проводится им инструктаж, что им нужно делать. К примеру, если это какие-то серьезные люди, и нужно просто демонстрацию силы, то есть вам сразу обозначают, что вам платят столько-то, столько-то, и вы не должны применять физическую силу. То есть можно пугать ей, можно там перцовыми баллончиками заливать, но именно бить своих оппонентов нельзя. Конечно, если кто-то тебя ударит там и вот такие там вещи будут происходить, то, конечно, тут даже инструкции никакие не нужны. Там понятно, что в таких ситуациях бывает. Очень много сейчас вот таких вот движух по отжиманию или там поглощению каких-то корпораций. Спортики как вот определение или организация, это такого нет. То есть в каждом городе есть определенные там либо спортсмены, либо там бандиты, либо просто молодежь. Здесь вот они как раз и разветвляются. Ну вот есть спортики, которые, например, ездят на рейдерские захваты только в случае того, если, к примеру, вот человек сдал в аренду помещение огромное, цех какой-то, под производство чего-нибудь, и у него аренда там 1 000 000 в месяц, он должен ее получать. Люди ему не уплачивают там год аренду, там около 12 миллионов задолжали и продолжают дальше там находиться, и, ну, не собираются выезжать. Из позиции силы там отстаивают свои точки зрения. Вот тогда нанимаются спортики, которые вот как раз у меня есть знакомые, о которых я лично могу сказать, которые могут приехать и с учетом того, что они правы и они за правое, за здравое дело приехали, они вписываются и, соответственно, помогают. Это вот есть вот такая вот, да, прослойка в этой сфере. Есть прослойка торпед. То есть, кто это такие? Торпеды – это люди, которые по своему жизненному обстоятельству какому-то или же по своим жизненным предпочтениям, каким-то там психологическим, к примеру, там, или же, ну, или также экономическим, да, если денег нету, например, они идут на любую работу. Ну, к примеру, там, поджигание машин, там, какие-нибудь похищения людей, вымогательства. И все это они делают, ну, не за большие деньги. Занимаются этим постоянно. То есть они берут количеством. То есть они занимаются вот этой грязной работой. О них узнают люди. И им предлагают вот различные варианты. И они на дистанции зарабатывают, ну, неплохие деньги. Вот. Но что я хочу сказать молодежи или людям, которые меня смотрят и занимаются вот подобными вещами, о которых я сейчас сказал. Пожив
в нескольких городах и поменял много районов за свою жизнь, познакомился с много какими людьми. Такую закономерность увидел, что если ты будешь совершать плохие дела, то не обязательно оно тебе вот аукнется там через месяц, через два. Такие ситуации случаются, что вроде уже и семья, и ребенок, и все, и в итоге тебя убирают, когда ты только обрел вот самое ценное, что для тебя есть. Так что думайте об этом в первую очередь, о том, что бы вы ни сделали, вам придется потом рано или поздно за это ответить. Я не говорю про религиозную составляющую или духовную, нет, здесь просто закономерность вселенной. Вот такова жизнь, это мои наблюдения. Все, что подставляет тебя под уголовную ответственность и может лишить тебя свободы, это все блуд. Ребята, у нас есть нереальная подборка очень жестких моментов, где спортики просто ломают людей. Это мягко вообще сказано, просто нафиг. Я не могу это показать вам, потому что, понимаете, нас снесут сразу же, просто вот через минуту уже не будет канала. Но все это я загрузил в свой телеграм-канал по ссылке в описании. Переходите, подписывайтесь, но только никому не пересылайте этот материал, потому что там жесть. Откровенно просто жесть. Ссылка будет в описании. Была у меня одна из даже одних ярких, прикольных тем, когда мне скинули данные, что мне нужно было забрать по адресу экшн-камеру просто, чтобы я снимал это все на грудную, чтобы я это все снимал, и люди видели. И пойти в магазин купить сок по Алпе, блядь, или что-нибудь похожее. Ну, короче, чай. Чай Липтон просили купить. И перелить его в бутылку, ну или содрать этикетку, короче, слить там половину. Ну понятно, чтобы это было выглядело, короче, как будто моча, и просто поймать типа, короче, и плеснуть в него это, походу. И вот, и мы тоже исполняли такие темы. Вроде по приколу, даже по угару было, что за это же так-то ничего не будет, а бабки платят. За это я получил 30-ку вообще откуда, ну вообще ниоткуда, можно сказать. Типа, когда поливали, ну видно было, он весь на колках был, походу, при понятиях, вот его, походу, и надо было приколоть. И вообще в эту тему мне было легко прийти, так как раньше я уже занимался подобной херней. Мы, наше детство было трудное всегда, но мы не жили по 6, по 8 месяцев дома. Жили под мостами, под всякими клеем дышали, такие оторвами были. И жили вообще, ну, зарабатывали только тем, что отнимали телефоны и всякие такие темы делали. Я, когда отбывал наказание, мне приходилось встречаться с различными персонажами и расчленителями со всякими, кто расчленял людей, и бандитами, и в том числе вот как раз ребят, которые за заказы отбывали свое наказание. Что с их слов я понял для себя? То есть у них были твои торпеды. То есть и они сами торпеды, но у них были торпеды, которые, ну, менее интеллектуально как-то подкованы. И, соответственно, грязную работу они отдавали им, а чуть получше там какие-то варианты, которые им заказывали, они сами выполняли. Они обливали кислотой людей за там 3 грамма какого-то наркотика. То ли скорость, то ли соль. В общем, не столь важно. Но рыночная стоимость, чего бы там этого не было, ну, допустим, даже 10 тысяч рублей. Вот и судите сами. За 10 тысяч рублей они человеку испортили полностью здоровье, сделали его инвалидом. Одна из жестких тем у меня была такая. Короче, скинули мне задание, номер машины, фотографию, короче, то, что машину надо было поджечь. Но мне показалось, она какой-то жесткой, но тему надо было делать, потому что так как я там работаю давно уже, короче, ну, нельзя было вот так вот. Да, нет, короче, когда тему скидывают, надо делать. Скинули аванс сразу, тем более же вместе с темой, они всегда так делают. Ну и я пошел, короче, и не облил полностью машину, а так облил колесо, одно поджег, короче, засъебал. Машина горит. И в итоге потом мне присылают фото этой же машины, типа, что там только колесо там опалено, там то ли успели потушить, то ли она не догорела, короче, операторы на меня разозлились, короче, и сказали, что я должен сделать теперь 2 темы, еще нахуй, по цене уже не такой, как обычно, короче. Бывало, иногда поступали такие заявки, что надо от наркошопов, что надо было уебать человека, который их кинул, что-то такого, не знаю, за что мне не говорили, но что надо уебать человека, от наркошопов именно поступало всегда. Ты все понял, нет, да, блядь? Да. А? Да, да, пацаны, да. Что ты понял, нахуй?
Я не буду больше ничего делать такого. Не буду больше, пацаны, не скажу. Говори нам. И за все мое время деятельности от меня успело пострадать вот так вот 3 человека. И за них мне платили по 50 тысяч. Я парней вообще начал узнавать из 3 секторов, да, жизненных, так сказать. Это тюрьма, ну, то есть это криминальный, да, такой вектор. Это правое движение, околофутбольное, спортивное. То есть оттуда люди друг друга находят. И третий – это телеграм, интернет, то есть по поискам себе там подобных, по интересам людей. Ну, за что заказывают этих людей, потерпевших? Большей части это месть. Месть заказчика. Либо это какой-то бизнес был, да, там вот как и по рейдерским захватам это все пересекается между собой. Либо это там мотив ревности, жена мужа заказывает очень часто. Были, я слышал, заказы и девушек тоже вот кислотой обливали. Это по заказу друг настропалил вот своего товарища, он за деньги это сделал. Вообще, когда ты едешь на какую-то тему, то у вас сразу оговаривается с вашим заказчиком, в что случае, если вас принимают. В большинстве случаев, если вы, например, приехали на незаконно на какую-нибудь территорию завода, цеха, у вас нет разрешения на это, то вас помурыжат сутки и отпустят, ну а заказчик вам добавит какую-то копейку. В общих случаях это заканчивается так. Бывают случаи, когда происходят какие-то жесткие замесы. После тем у вас ломаются там телефоны, разбиваются или там одежда рвется из-за обстоятельств, которые там происходят, да, например, драки какие-нибудь или там потасовки или там задержание жестко. И вот тогда вам тоже, если ну, этот заказчик более-менее нормальный, адекватный, то он тоже вам это все как бы восстанавливает. Этими темами я начал заниматься вообще, потому что мне показалось легкие бабки и зачем работать, если можно срубить 30-ку просто за день, потом посидеть недельку дома, срубить еще 30-ку. Но за все такие темы рано или поздно приходится платить, все равно мы спалились на теме и меня посадили. И когда меня задерживали, меня тоже неплохо подкинули, походу, за всех этих людей, кармой мне вернулось все. Задерживали меня тоже вообще весело, я вышел от чела из падика просто в наушниках. Услышал какой-то топот сзади, увидел двух дядек бежащих, и почему-то мне показалось, что они как будто сейчас мимо пробегут, что это не за мной. Я отвернулся назад, и потом просто вспышка меня подкинули так, что вообще мало не показалось. Оказалось, это были опера, короче, и они меня ждали на выходе. Что касается проблем с полицией, если живешь вот, в движении под названием «спортики». Как я уже говорил, есть «Робин Гуды», в кавычках, которые ездят на темы. Только если вы едете отбивать ну, завод или цех, вот, не захватывать, а именно отбивать. Соответственно, если ты живешь такой жизнью, то у тебя проблем с полицией ну, быть не должно. Если ты ездишь, захватываешь, то проблемы ну, увеличиваются. То есть, если ты просто ездишь и отбиваешь захваты, то, возможно, просто какая-то драка, поножовщина или перестрелка. Вот. Но если ты ездишь еще и захватываешь, то тут уже и ответственность от полиции может уголовная ответственность идти. И также увеличивается опасность, то есть получить какую-то там пулю шальную или там в драку ввязаться. Ну, если ты идешь не за правду, то здесь уже, соответственно, риски у тебя увеличиваются. Вот. И зачастую такой образ жизни заканчивается либо на нарах, либо на больничной койке там, до конца жизни своей. Вот. Ну, либо где-нибудь на кирпичном заводе, отбивая долги свои или там пытаясь загладить свою вину, в кавычках тоже. А сейчас я освободился и понял, что можно честным трудом также зарабатывать деньги, если заниматься то, чем тебе нравится, и тоже неплохие деньги. Не обязательно заниматься криминалом, так как это все равно вертет всегда в одну сторону, карма. Главное, ищите себя в жизни, занимайтесь спортом и не занимайтесь криминалом.
Я сейчас хочу сказать пару слов от себя. То, что вы видели спортика, который готов на все ради денег, поджечь, убить, облить кислотой и так далее. Но вы сами должны понимать, что это не от хорошей жизни люди делают, а во-вторых, просто у человека нет ума. Вы думаете, что вы сделаете, кого-то побьете, заработаете двадцатку и что с тем самым? Вы поломаете человеку жизнь, покалечили его, может быть, сделали инвалидом, а сами дебилы, кто это делают, сядут в тюрьму и потом будут в тюрьме объяснять людям, почему они, блядь, поймали пенсионера, сломали ему ноги и за это, блядь, заработали двадцатку. Вот там потом они будут этому объяснять. И это видео не пропаганда. Это видео антипропаганда. Чтобы люди были здравы и понимали, в каком мире они живут и что вокруг нас происходит. Люди, занимайтесь спортом, соблюдайте законы, берегите родных, следите за своими вообще действиями, за своим языком. Живите по совести, живите по чести. Говна и так слишком много. Всех благ вам, друзья. Следующий выпуск будет о том, как нашего Макса, гостя нашего видео, который спортик, делает рейдерские захваты, сопровождает людей, работает в личной охране. Его совсем недавно чуть не убили. И это не кликбейт, это не какие-то громкие слова. Все пруфы будут предоставлены. В следующем выпуске будет эта кровавая жесткая история. Я надеюсь, что она не оставит равнодушным абсолютно никого. И советую всем вам, чтобы это не пропустить, подписаться на наш канал, потому что только на этом канале выходит самый годный, самый реальный контент на YouTube. Я думаю, вы тому свидетели. А если кто-то ознакомился с нашим каналом совсем недавно, стоит перейти посмотреть предыдущие видосы, потому что мы снимаем очень много разных интересных тем, поэтому, друзья, не поленитесь после просмотра, поставьте канал, найдете однозначно какое-то видео себе по душе. Ребят, а сейчас внимание, абсолютно каждому к просмотру вот это вот видео. Просто скажите мне потом большое спасибо, просто кликайте сюда и смотрите. Напоминаю, вот это вот видео, это мой подгон для вас, поэтому прямо сейчас кликайте и смотрите его. Залетайте на это видео, вы точно не пожалеете. Я вам обещаю, что это будет самое полезное видео, которое вы смотрели на YouTube. Кликайте сюда.